Привет, мой любимый кальянчик, как твои дела? С тобой снова Дава Дым, и сейчас я тебе расскажу про очередной новый продукт на нашем рынке. Это продукт чили табака. Вот такой вот у него интересный логотипчик. Этот боксик, он в принципе ничего не значит. В нем просто лежит табак, который я хочу тебе показать. Но перед этим я хочу сказать тебе очень важную вещь. Как ты уже успел заметить, это очередной чай в моем обзоре. Но что поделать, культура двигается именно в этом направлении. И нельзя отрицать тот факт, что чай сейчас занимает хорошую позицию как в хореке, так и в розничной продаже. Что у нас есть внутри? У нас есть внутри вот такие вот маленькие, красненькие, красивые баночки. Их очень много. На них есть название вкуса. И есть хуках 504 бленд, хука 505 бленд, 302 бленд. Есть большие банки 250 граммов для хореки, и на них 402, 505, 202, 403. И почти на каждом вкусе есть своя нумерация. Я вначале подумал, что это просто нумерация вкусов, но у меня сразу возник вопрос, блять, а почему первая цифра в редких случаях отличается, нежели чем последняя цифра. А первая цифра, она делит табак, а именно вкусы, на определенные столбцы. Ягодные, цитрусовые, алкогольные и так далее. То есть, чтобы было легче, скорее всего, как-то это фасовать, либо легче было в этом разбираться. У нас здесь есть очень много вкусов. Они дублируются между 50 и 250 граммами. И я, конечно же, все это прокурил. Да, я сказал, блять, боже мой. Я хочу это все прокурить. И, собственно, давайте я вам начну потихонечку рассказывать про этот продукт. Стоит он своих денег или же не стоит? Давайте, наверное, начнем с внешнего вида. Внешний вид у банки очень крутой. Не знаю, красный цвет, черный, логотипчик, а вот эти все выпуклости, как все это сделано, аккуратно, красиво, это однозначно большой-большой плюс. Что касается палитры вкусов, палитра не огромная, что я считаю тоже это огромный плюс. Когда у тебя есть в распоряжении 11 вкусов, с ними легче работать, их легче продавать и из них легче выбирать, что покурить. Нежели когда у тебя 302 вкуса и из 302 вкусов 150 говно. Вот сиди и думай, что тебе заказать, а что тебе из этих 302 вкусов забить и что тебе из этих 302 вкусов все же купить себе домой парочку вкусов. Посмотрим на такую часть, как технические характеристики. Я как и говорил, что это уже чай, это чайная смесь, но с добавлением никотина. Вы скажете, блять, жидкий никотин, хуйня, химический никотин тоже хуйня. Но, как заявляет производитель, идет выжимка из табачного листа, то есть, по их словам, они берут органический никотин, а не химический. Я, конечно, в это могу поверить и, конечно же, могу сказать, да ладно, хватит вам, блядь, заливать. Когда я прокуривал этот продукт, в принципе, мне было сложно отличить, курю я чай или обычный табачный лист, потому что была крепость, было ощущение никотина и была, самое главное, аромочка. А аромочка здесь очень хорошая. Если брать характеристики именно во время курения, то кальянная смесь показала себя очень здорово. Объясню именно чем. По крепости, в принципе, окей. Такой чуть выше легкого продукт, немного накуривает, очень-очень мягко курится, почти незаметно. Если бы не эта суперская аромка, которая используется в данном продукте, по жаростойкости 4 угля без проблем. Я даже пробовал на одном вкусе на лимонном пироге положить 5, потому что у меня с прошлой чашки остался один уголь, и я думаю, да, я проверю. Короче, 5 держит хорошо, но начинает на каком-то моменте прям очень жестко перегреваться, но сам продукт при этом держится хорошо. А что касается аромки, я вам сейчас попробую сказать, какие вкусы максимальный топ, прям вот прям сразу покупать, а какие вкусы, скорее всего, пойдут на любителя, либо какому-то меньшему количеству людей. Ты, наверное, замечаешь, как сильно поменялась картинка, как поменялось качество. Я очень стараюсь специально для тебя и в какой-то степени берегу твои деньги, чтобы ты не покупал всякое говно. Поэтому, если тебе не сложно, нажми на лайк, на подписаться и, конечно же, на колокольчик. Это будет самая большая плата за мой труд от тебя мне. Пойдем.
самый топовый вкус – это sweet popcorn. То есть вот именно самая пиздатая кукурузка, которую прям реально охуительно курить. Алкогольный вкус Whiskey Queen тоже очень прикольный, как в соло, так и в миксах. Манго, ананас тоже очень круто. Очень вкус похож на вкус от Танжа, я вам сейчас скажу, Pine Pass. Только там маракуйя, а здесь манго. В принципе, вкус тоже очень здоровенский. Смородина, кока-кола тоже очень круто, прям вот рекомендую. И еще один вкус Forest Mix. Вот он прям тоже очень здоровенский. Это вот такие вот 5 вкусов, прям мощнейший топ-5. А что касается более-менее таких вкусов, по моему мнению, которые так вот, знаете, можно покурить, это манго-йогурт, это лемонграсс, это нидлберри. Вкусы, которые мне здесь максимально просто не понравились, ну, соответственно, Sub-Zero это мята, как бы, ну, супернова, я ее просто не беру в расчет. Pink Lemonade – очень странный вкус. Потом лимонный пирог тоже, знаете, я его прокуривал на 5 и понял, что, ну, вот что-то не то с пирогом. Кардамон для любителей, прям вообще. Ну и страубери киви. Это как бы у компании идет какой-то эксклюзивный вкус, но он у них явно не получился. Из минусов самого продукта во время курения, которые я понял, что где-то примерно на 10-й минуте во время курения на 3-4 углях, ну да, ты, наверное, тоже обратил внимание и на этот факт, что в кальяне нет воды, на чашке нет калауда. Но, к сожалению, законы Казахстана не так уж сильно отличаются от законов России. И здесь, по факту, тоже запрещено в любых торговых помещениях курение кальяна, потому что здесь тоже кальян приравнен к сигаретам. Более-менее равномерно, и мы не дрочим чашку температурой. У тебя появляется немного неприятное ощущение самого чайного листа. То есть он начинает прям конкретно-конкретно давать по горлу, но потом, по ходу, аромка выгорает именно самого чайного листа. И дальше курение уже идет все очень нормальное, простое, классическое. Не скажу, что чайный лист супер вау. Отдельного внимания он заслуживает по таким причинам, как охуительная жаростойкость, прикольные аромки. Это попкорн, блядь. И, конечно же, за дизайн, который очень прикольный. Ну и также сюда отнесу, наверное, максимально демократическую цену, что делает этот продукт максимально доступненьким. Еще бы хотел вкратце сказать о том, что если не брать во внимание, что это чайный лист, и немного заблокировать свой мозг от этого понимания, то продукт прям реально интересный. То есть ребята сделали очень много работы, как я понял, потому что я вижу перед собой. И смогли, наверное, получить мое большое внимание тем, что мне этот продукт очень понравился. Так что я вам порекомендовал топовые вкусы. Я вам порекомендовал вкусы, которые стоит покурить, которые вам могут понравиться. И, конечно же, сказал о вкусах, которые прям вообще мне никак не понравились. Но, как я всегда и говорил, это вкусовщина. Поэтому сами решайте, что вам из этого курить. Это был Дава Дым. Это Ротана Шоп, 10-й микрорайон, 7А. Всем пока-пока. Чили.